Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов CNFX Binary. Данный индикатор трейдеры используют для торговли бинарными опционами с коротким сроком экспирации, не более двух свечей. Согласно заявлениям разработчика, индикатор обеспечивает до 70% успешных сделок, а самое главное, что он не перерисовывается. Таймфрейм для данного индикатора можно использовать любой, но рекомендованы 5 минут и 15 минут. Если же говорить о торговле турбоопционами, то тогда таймфрейм должен быть 1 минута. Устанавливается индикатор стандартно в терминал MetaTrader 4. Если у вас возникают проблемы с установкой индикаторов, то в данном видео можно посмотреть полную инструкцию по установке. А теперь давайте рассмотрим работу индикатора более подробно на графике. Как уже становится понятно, для покупки опционов Call необходимо, чтобы появилась зеленая стрелочка, направленная вверх. А для покупки опционов Put нужна красная стрелочка, направленная вниз. Обратите внимание на то, что сигналов по данному индикатору появляется очень много. И не будет лишним подобрать какой-либо фильтр для данного индикатора, так как это улучшит результаты торговли по нему. Также из-за большого количества сигналов можно видеть, что большинство из них работают не более двух свечей в направлении сигнала. Поэтому данный индикатор не рассчитан на среднесрочные и долгосрочные сделки, а подходит лишь для скальпинга или очень коротких сделок. Также стоит рассказать еще об одной особенности данного индикатора. Некоторые сигналы индикатора могут не появляться на графике. При этом индикатор все равно будет выдавать алерт, и сигнал будет считаться актуальным. Но совершать сделки по таким сигналам или нет, решать только вам. И для уменьшения рисков можно отказаться от таких сигналов. А теперь давайте перейдем на реальный счет и попробуем совершить сделки по этому индикатору с экспирацией в 1 минуту и посмотрим, что из этого выйдет.
Как можно видеть, у нас получилось совершить 4 сделки, 3 из которых принесли прибыль, и при этом мы не использовали систему Мартингейла для увеличения торгового лота. Также в сделках мы использовали сигналы, которые выдавались только по алерту, но, как уже говорилось ранее, такие сигналы можно не использовать. Поэтому перед использованием данного индикатора на реальном счету обязательно протестируйте его на демо-счету. И, конечно же, нельзя забывать про использование правил мани-менеджмента и соблюдение рисков. Если данное видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить обзоры интересных стратегий и индикаторов, а также других тем. Удачной торговли!